заброшенной кирке. Безумно красивая. Стоит одна, рядом нет никаких поселков. Вообще просто супер. Сейчас будем внутри. О, Юлька, это ты? Ой, как повело пол. Нифига себе. А что его так повело? Большая, какая красивая. Мне вот всегда вот эти знаки нравились. На, не знаю, алтарит, наверное. Вот особенно там наверху знак с глазом. Старый крест, что ли? Здесь стоял раньше. Ну вот мы в парке Рускеала. Такое вот начало. Аренда, земля арендована неким ООО. И якобы при поддержке корейского правительства организовала здесь парк. Вход стоит 150 рублей. Сейчас немножко не снег, и это можно использовать на лодках. А зимой можно пройтись по льду и зайти вглубь самого карьера, в пещеры. Но сейчас мы будем наслаждаться красотой только со стороны. Скиава — это мраморный карьер. Практически весь мрамор при царе и в дальнейшем добывали именно Рускеале. Вот видно очень много пещер, то есть добывали не только закрытым способом, но и открытым способом. И когда добывали открытым способом, то обнажились шахты. Вода здесь очень прозрачная, сейчас этого, правда, не видно. Ночью здесь сделана подсветка. Вот видны установлены фонари, прожекторы, и говорят, ночью здесь очень красиво. Рельса, видимо, использовались узкоколейные вагонетки. И вот такой артефакт остался. Вот здесь, кстати, хорошее место можно было бы стоять с палатками. Хотя на лодках, мне кажется, было бы очень круто поплавать. Хотя, с другой стороны, на лодках круто. Но и зимой круто, когда там внизу ледяные пещеры образуются. Ты ходишь по прозрачному льду. Ну, мне кажется, не знаю даже, когда лучше. Там написано, что нельзя на лед выходить. Мне даже кажется, зимой уже не выпускают. Почему?
типа, может все случиться, то ладно. Ну, раньше точно можно было. Ну вот эти арки, о которых говорил Александр. О, кстати, видны какие-то металлические конструкции на дне. Но вода, конечно, очень прозрачная. Вообще, есть еще второй карьер, вон туда подальше. Может быть, он не облагорожен. Где труба? Где труба, там, по-моему, завод. Ну, в любом случае, сейчас поднимемся наверх, может, оттуда видно что-то будет. Ну вот, кстати, штука с рельсами узкоколейными, какая-то волокуша, судя по всему, интересно. Вон там видны остатки завода, где вон трубы, где обрабатывали его. Сейчас мы пройдем в одну из, так и быть, оставленных для посещения частей Рускеалы. Такую красивую пещерку. Штольню. Штольню. Ради бога. Как удобнее. Вот иди, вам отходит, там было высокие. Ну, в мраморных я, например, еще ни разу не был. Мраморные тоже интересные. Кто был? Вон какие-то арматуринки видны. По камере теперь. Александр говорил, что вот видны шурфы, и в них закладывался динамит, и что-то вроде. GoPro. Вот мы вышли с обратной стороны штольни на очередную смотровую площадку. Ну, достаточно красиво. Можно еще раз процитировать Хоббита. Но не будем. Альпинизм ничто. Жажда все. Жажда приключений. Новых впечатлений. Ушли немножко в какую-то отдаленную часть, которая не была отображена на схеме. А, может быть, будет что-то поинтереснее. Вообще, конечно, в культуре это симпатично. Выглядит все достойно. Вот одна, еще одна большая пещера. Очень здорово. Что внизу? Ох ты, круто. Отлично. А звук такой пещерный, да, Вань? Да.
Вот туда бы вниз попасть. А там вот лежит. Фоточки были бы вообще огонь. То есть, грубо говоря, во все стороны. Это некий колонный зал валился. А мне кажется, потолок обвалился просто. Там везде такая конструкция арочная. Вот отсюда звук шикарный. Над нашим сказать. Вот наши надежды оправдались. Действительно, стоило было сойти немножко с маршрута и посмотреть. Ну как, условно сойти с маршрута, повернуть. Вот, и посмотреть такой огромный провал в колонном зале с кучей разветвляющимися ходами, звуком падающей воды. Очень здорово. Это мраморный завод. Возможно, я вообще ошибаюсь. Вот. Наша группа пошла дальше по экскурсионной тропе, а мы решили поискать камушки для наших друзей-геологов. И вот они, эти какие-то трубы. Правда, я уже заброшено и офигенно. Ака, че? Мы хотели бы прокатиться на лодках, но все, как видите, не работает из-за того, что пещеры ледяные. Там дно еще не растаяло. Очень жаль. Мы выбираем очередную поляну. А из леса слышатся какие-то звуки. Может быть, это возвращается Нива. Да? Они все-таки рубят, наверное, это дерево. Пойду гляну. Надо выйти позовет это. Помочь. Да не надо. Цепанул в этот раз, до этого ни разу не спал. Не цеплял. Это фигня, на самом деле, бред. Только портится, новое растет, видите? Ну, короче, очень хорошее. До нас бы не дошло. На луну. До нас бы не дошло. Слушайте,
Хотя летопись уже никто не ведет уже давно, да? Встречу с нашим другом, который уже несколько дней стоит с палатками и плавает по Ладоге. Погода, как и ожидалось, ухудшилась, но мы посмотрели солнечную Карелию, а сейчас посмотрим дождливую Карелию. В принципе, это нормально, даже неплохо. Так охуенно стоит. У них лагерь просто, просто сказка. Как они стоят на берегу Ладоги. Жалко, что мы не представляем, как они стоят. У нас-то место явно похуже будет. При любом раскладе. Да и с погодкой не подфартило. На озере штиль. Волн нет. Жалко, конечно, жалко. Там было бы до хера мусора, потому что в такую красоту приезжали бы все. А поскольку он, типа, как, парк-заповедник, который чистит, те люди, которые берут это в обор, он находится в таком более-менее нормальном состоянии. Люди там были, но минимум. То есть, бог из дорожки, но хотя бы нет мусора. Хотя бы это радует. Я говорю, если было бы без входного билета, там бы было бы... Это можно обойти без билета.
мы собираем наш крайний лагерь. Не знаю, как тент собрать. Вот, такой вот. Такой встал, увидел город и отошел. В специфическом месте он был. Большой был лагерь с двумя тентами. Сейчас мы отправимся уже в сторону Москвы. Короче, если так оставим, ничего страшного. Ну, оставь так. Я все равно его там буду доставать и сушить. Положите его в пакет вместе с этим тентом и все. А где повесь? В смысле, ты в этот, в кун кидай, у нас не хватит на него места. А потом вот его надо будет забрать. Тань, давай залезай, чтобы не кладывай. Кто-то был очень умный и положил келье. А вчера Фил сделал Насте предложение. Настя, покажи колечко. Красота какая. Это был сюрприз для многих. В первую очередь для Насти. Ну да, мы знали. Но я не знал. Вот.